Эту историю рассказал нам Шурик. Он во время каникул собирал фольклор. Местные легенды, сказки. Может быть, эта история всего лишь легенда. Но, по словам Шурика, она действительно произошла в одном из горных районов. Он не сказал, в каком именно, чтобы не быть несправедливым к другим районам, где могла произойти точно такая же история. Ну, куда ты? За баранку этого пылесоса! Ну, не отчаивайтесь. Недаром говорил великий и мудрый Абу Ахмад ибн Бей, первый шофер этой машины. Учти, Эдик. Эдик. Саша. Учти, Эдик, говорил он. Один Аллах ведает, куда девается искра у этого недостойного выродка в славной семье двигателей внутреннего изгорания. Да отсохнет его карбюратор во веки веков! Пожалуйста. Да. Извините. У меня к вам большая просьба. Пожалуйста. Можно вас попросить идти только по шоссе, не сворачивая. А это почему? Да мой осел идет за вами как привязанный. Осел? Ну да. Значит, это он меня преследовал. Он. А я думала. Нет, он. Скажите, а вы здешняя? Да, я приехала к тете на каникулы. А я в командировку. До города далеко? 2 километра. Спасибо. До свидания. Всего хорошего. Ну, пошли. Вот видите, без вас ни шагу. Ну? Год рождения? 42-й. Цель приезда? Этнографическая экспедиция. Понятно. Нефть ищите? Не совсем. Я ищу фольклор. А? Я буду вас записывать старинные сказки, легенды, тосты. Тосты? Дорогой, тебе исключительно повезло. Я тебе помогу. Что это? Тебе нужен тост? Да. А тост без вина – это все равно, что брачная ночь без невесты. Нет, я же не пью. А я пью. Что тут пить?
Вы меня не так поняли. Я совершенно не пью, понимаете? Не имею физической возможности. Вот по этому поводу первый тост. Тост сейчас запишу. Потом запишешь. Да? Бери стакан. Мой прадед говорит, имею желание купить дом, но не имею возможности. Имею возможность купить козу, но не имею желания. А да. Так выпьем за то, чтобы наши желания всегда совпадали с нашими возможностями. Молодец. Так. Слушай другой тост. Так. Я сейчас приду. Ничего, ничего, я пока подышу. Подышу воздухом. А то все кабинет, кабинет. Кабинет. Где пропадаешь? А в чем дело? Моя племянница. А, очень приятно, да? Очень приятно. Нина. Студентка, учится в педагогическом институте. А, будет готовить нашу смену, да? Отличница, комсомолка, спортсменка. Спортсменка? Дядя про меня все знает. Отличница и комсомолка, это как раз то, что нам нужно, да? А что вам нужно? У меня к вам есть, понимаете, такой, ну, неожиданный вопрос. Пожалуйста. Вы как относитесь к бракосочетанию? Ну, вообще-то положительно. Не, я об этом думать еще рано. Об этом думать никому не рано и никогда не поздно, между прочим, да? Иди заводи, сейчас поехали. А как вы относитесь к нашему сегодняшнему празднику открытию дворца бракосочетания? Я обязательно приду. Придете, да? Обязательно. У меня будет к вам небольшое, но ответственное поручение, да? Какое? А вот там посмотрим, да? И ждем вас. Ну, хорошо. И вот когда вся стая полетела зимовать на юг, одна маленькая, но гордая птичка сказала, лично я полечу прямо на солнце. И она стала подниматься все выше и выше, но очень скоро обожгла себе крылья и упала на самое дно самого глубокого ущелья. Так выпьем же за то, чтобы никто из нас, как бы высоко он ни летал, никогда не отрывался бы от коллектива. Что случилось? Что? Что такое, дорогой? Птичку жалко. И принцесса от злости повесилась на собственной косе. Потому что он совершенно точно сосчитал, сколько зерен в мешке, сколько капель в море и сколько звезд на небе. Так выпьем же за кибернетики. На здоровье. На здоровье. Дорогие друзья, сегодня у нас радостный, светлый, солнечный праздник. Через несколько секунд эти серебряные ножницы разрежут эту алую шелковую ленточку и откроют всем молодоженам нашего района прямую дорогу вперед к светлому будущему, понимаете ли, к счастью, любви и согласию, понимаете ли, посредством нашего дворца бракосочетания.
честь открытия дворца. Мы здесь посоветовались и решили, что честь открытия дворца мы предоставляем прекрасной женщине, девушке, которая олицетворяет собой новую судьбу женщины гор, понимаете? Это студентка, комсомолка, спортсменка. Наконец, она просто красавица. Вот это и есть то маленький, но ответственный порученик. Прошу вас. Пожалуйста. Как говорит наш замечательный сатирик Аркадий Райкин, женщина – друг человек. Минуточку, минуточку. Будь добры, помедленнее. Я записываю. Это кто? Наверное, пресса. А, пресса. Так вот, как говорит наш замечательный сатирик Аркадий Райкин, женщина – друг человек. Грандиозно! Выпьем за женщину! Оборок, я тебе говорю. Оба рога на тебя, и сорвал торжественное открытие дворца по бракосочетанию. Затем на развалинах часовни... Простите, часовню тоже я развалил? Нет, это было до вас, в 14 веке. Затем на развалинах часовни... Все это, конечно, так. Все это верно, да? Да, верно, да? Бумага написана правильно, все хорошо. Верно, да? Так и с одной стороны, да? Но есть и другая сторона медали. Нарушитель – это не нарушитель, а крупный научный работник. Человек интеллектуального труда. Приехал к нам в гости, да? Собирать наши сказки, легенды, там, мать ли, тосты. Тости? Тости, да, тости. И не рассчитал свои силы, да? Мы здесь имеем дело с несчастным случаем на производстве. Так что у меня есть замечательный тост. У вас, товарищ Шурик, неправильное представление о наших местах. Всем известно, что Кузбасс – это... Кузбасс – это всесоюзная кузница, да? Mm-hmm. Кубань – всесоюзная житница. Mm-hmm. А Кавказ – это всесоюзный что? Здравница. Нет. Кавказ – это всесоюзная и кузница, и здравница, и житница. Дорогой, где ты пропадал? Ночью я вспомнил замечательный тост для тебя. Извините, пожалуйста. Идем скорее. Нет, подожди, уважаемый, подожди. Мы поговорим с Шуриком, а ты запиши пока свой тост и в трех экземплярах и представь потом в письменном виде, да? Будет сделано. А я-то мечтаю записать какой-нибудь старинный обряд. А участвовать в нем, ну, это было бы совершенно великолепно. Да, слушай, откуда? Ну, посмотри в окно, что делается, да? Нет, в нашем районе вы уже не встретите этих... дедушкиных обычаев и бабушкиных обрядов. Может, где-нибудь высоко в горах, мать ли, так это, ну, не в нашем районе. Вы что-нибудь обнаружите для вашей науки? Полезем в горы. Ну, правильно, да. Это ваша работа, да. Вы сюда приехали, чтобы записывать сказки, мать ли. А мы здесь работаем, чтобы сказку сделать былью, мать ли, а? Да-да. Я тост принес. Плохо, да? Ну, что себе позволяешь, слушай? Вы же просили в трех экземплярах.
нравится. Хорошо. А хорошо жить еще лучше. Точно. Слушай, как тебе не стыдно? Обижаешь сиротку. У нее же кроме дяди и тети никого нет. 25. Это неправда, да? Это неправда. Я высоко ценю твою, уважаемый племянницу, но всему есть предел, да? 18. Да имей же совесть. Ты же все-таки не козу получаешь, а жену. И какую? Студентка, комсомолка, спортсменка, красавица. И за все это я прошу 25 баранов. Даже смешно торговаться. А политично рассуждаешь, клянусь, честное слово. Не понимаешь политической ситуации. Ты жизнь видишь только из окна моего персонального автомобиля, клянусь, честное слово. 25 баранов в то время, когда наш район еще не полностью рассчитался с государством по шерсти и мясу. А ты не путай свою личную шерсть с государственной. А я, между прочим, товарищ Аджабраил, сюда и поставлен, чтобы блюсти государственный интерес. Садитесь пока. В общем так. 20 баранов? 25. 20. Холодильник Розенлев? Что? Финский, хороший. Почетный грамот. И бесплатная путевка. В Сибирь. Ну хорошо. Ну хорошо. Значит так. Жених согласен. Родственники тоже. А вот невеста. А, плохо мы еще воспитываем нашу молодежь. Очень плохо. Удивительно несерьезное отношение к браку. А кто вообще спрашивает невесту? Мешок на голову и... Да, это верно. Очень правильное решение. Только я лично к этому не буду иметь никакого отношения. Да нет, не беспокойся. Это сделают совершенно посторонние люди. Да. И не из нашего района. Да, конечно. Это же вам не лезгинка, а твист. Показываю все сначала. Носком правой ноги вы давите окурок. Вот так. Оп-оп-оп-оп-оп-оп. Второй окурок. Вы давите носком левой ноги. А теперь оба окурка вы давите вместе. Оп-оп-оп-оп. Эх,
цапцабе, цапцабе. Гали. Цапцабе. Гали. Продал. Это мое дело. Минутку. Так, пройдет. Прави. Ага. Вот так. Ага. Вперед. Баранов стоило, холодильник в дом. Ты куда? Иди домой. Ничего у тебя не видит. Украсть такую девушку. Спортсменку. Комсомолку. Между прочим, в соседнем районе жених украл члена партии. Саша, вы делаете поразительнейшие успехи. Это ерунда. Ерунда? Пустяк. Страховка. Ну что ж, даю задание более сложное. Так-с, какое? Упаковаться в спальный мешок. Есть. И как можно быстрее. Так. Подождите, время. Да-да-да-да. Приготовились. Внимание. Начали. Готов. А спать вы стоя будете? Время. Да. Осторожно. Держитесь, Шурик. Сейчас я вас вытяну. Их двое. И этот еще с хвостом. Осел не в счет. Второй лишний. Свидетель. А если? Только без жертв. Да, надо подождать. Правильно. Будем ждать. Сдавай. А это что такое? Тоже фольклор? Нет, это наша студенческая. Песня про медведей. Да? Но вам она не подойдет. Почему не подойдет? Это студенческий фольклор. Давайте. Да. Ну хорошо, слушайте.
Где-то на белом свете, там, где всегда мороз, трутся спиной медведи а земную ось. Мимо плывут столетия, спят подо льдом моря, трутся об ось медведи, вертится земля. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, вертится быстрее. Стараясь, вертят земную ось, чтобы влюбленным раньше встретиться пришло, чтобы однажды утром, раньше на год или два, кто-то сказал кому-то главные слова. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, за весенним ливнем раньше придет рассвет, и для двоих счастливых много-много лет будут сверкать зорницы, будут ручьи звенеть, будет туман клубиться, белый, как медведь. На белом свете, там, где всегда мороз, трутся спиной медведи а земную ось. Мимо плывут столетия, спят подо льдом моря, трутся об ось медведи, вертится земля. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, вертится быстрее. Шурик, вам прямо, а мне на базу. Спасибо. Ну, Нина, до свидания. До свидания. Но! Подождите, Нина. Что, Шурик? Разрешите, я вас все-таки провожу. Вы не оправдали оказанного вам высокого доверия. Невозможно работать. Вы даете нереальные планы. Это как его? Волюнтаризм. В моем доме не выражаться. А что я сказал? Ах так? Вот ваш аванс. Мы отказываемся. Берите. Берите! Ну, берите, берите! Подождите. Подождите минуточку. Ну, все в порядке. Тот, кто нам мешает, тот нам поможет. Снежмаком Таров тебя с отцом небо набить снежмаком, когда приходили кунаки. Блин, там
А, вот это другое дело. На это мы пойдем. Да? Собирайтесь. Лично. Иди, придурок. Чей туфля? Мое. Спасибо. Едем. Идите. Уже поздно. Не заблудитесь. Добрый вечер. Здравствуйте. Ужинать? Нет. Алеша, бутылочку вина. Вам исключительно повезло. В чем? Вы хотели посмотреть древние красивые обычаи? Конечно. Конечно, я мечтаю об этом. Завтра на рассвете. Да что вы говорите? И вы можете не только посмотреть, вы можете сами участвовать. Ну, за это огромное вам спасибо. Соку не хотите? Нет. А как называется этот обряд? Похищение невесты. Похищение? Нет, вы не думайте. Невеста сама мечтает, чтобы ее украли. А, ну конечно. Родители тоже согласны. Можно пойти в ЗАГС, но до этого, по обычаю, невесты нужно украсть. Украсть? Нет. Черт, красивая обычай. Красивая обычай. Ну, а моя-то какая роль? Поймать невесту. Поймать? Сунуть ее в мешок. В мешок? Это что, тоже по обычаю? Гениально. Ну. И передать ее кому? Влюбленному джигиту. Нет. И передать кунакам влюбленного джигита. Ах, кунакам. Так требует обычая. Понятно. Кстати, вот и они. Я сейчас познакомлю. С удовольствием. Знакомьтесь. Шурик. Саша. Саша. Простите. Садитесь. Они совершенно не говорят по-русски. Но все понимают. Бардаварлый! Кузал! Что он говорит? Он говорит, приятного аппетита. Кушайте, кушайте. Спасибо большое. Спасибо. Бомбарбия. Да. Киргуду. Что он сказал? Он говорит, если вы откажетесь, они вас зарежут. Шутка. 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 Я согласен. Ну и прекрасно. Нина будет очень рада. Значит, невесту зовут Нина. Нина. Моя племянница. Разве у Нины есть жених? Они обожают друг друга.
Я же совсем забыл. Я завтра должен... В общем, вы меня извините. Я не могу этого сделать. Никак. Товарищ Юрик. А? Самое главное, Нина просила, чтобы это сделали именно вы. Нина сама просила? Ну что ж, передайте Нине, что я согласен. До свидания. Но учтите, обычай требует, чтобы все было натурально. Никто ничего не знает. Невеста будет сопротивляться, брекаться, даже кусаться, звать милицию, кричать, я буду жаловаться в обком. Но вы не обращайте внимания. Это старинный, красивый обычай. Я понимаю. Не волнуйтесь, все будет натурально. До свидания. До свидания. Шурик. Только ничего не надо говорить. Что с вами, а? Я пришел проститься с вами. До свидания, Шурик. Прощайте, Нина. Будьте счастливы. Прощайте, прощайте. Невесту украли, товарищ старшина. Да. Щитник, будешь жарить шашлык из этого невеста, не забудь пригласить. Это был не обряд. Ее действительно украли. Да. Кто украл? Ах, да. Кто жених? У нас иногда узнают об этом только на свадьбе. Свадьбы?
не будет! Я ее украл, я ее и верну! Товарищ Шурик! В чем дело? Что случилось? Преступление. Украли. Что? Что украли? И щака вашу украли, да? Девушку, Нину. Нину? Я единственный свидетель. Нет, вы не свидетель. Вы похититель, преступник. Я же не знал. Какой позор. Какой позор, клянусь честным словом, Майкли, на весь район, на весь район. Ну, я же не знал. Я лично займусь этим делом. Это таинственный жених, подлец ничтожный. А, кстати, вы не знаете, кто это, да? Нет, да? Да ну. Очень жаль, очень жаль. Подлец, подлец, аморальный тип, просто аморальный тип. Большое спасибо за сигнал. На этом отдельном отрицательном примере мы мобилизуем общественность, поднимем массу. Правильно. Да. А я пойду в милицию. Какую милицию, слушай? Арестуют немедленно тебя. Они же формально обязаны вас посадить. Посадят. Деньги есть? А? Одно спасение. Исчезнуть. Я все сделаю сам. Нина будет спасена. Этих негодяев мы будем судить показательным судом, а вы приедете на этот процесс действительно как свидетель. Нет. Я не имею права злоупотреблять вашим благородством. А каким благородством? Ну, вы же рискуете из-за меня. Формально вы прикрываете преступника. Нину-то украл я. Я должен сам искупить свою вину. Спасибо. Огромное вам спасибо. Товарищ Шурик, зачем милиция? Не надо этих жертв. Прямо к прокурору. Он все поймет. Дорогие гости, добро пожаловать. Скажи, барин, прокурор у вас? У нас, все у нас, весь город у нас. Только вас ждали. Вина дорогим гостям. Нет, нет, спасибо, я не пью. Нам бы прокурора. Нет, нельзя. Отказываться нельзя. Кровная обида. Пожалуйста. Прошу. Проходите, пожалуйста, проходите. Райбольниц, да? Приезжайте, пожалуйста, немедленно на улицу Гоголя, 47. Да. Дом Капитанаки. Да-да-да, где именин? С одним из гостей совсем плохо, слушайте. Немедленно прошу. Ладно, не мешает, человек песни поет. Хороши песни поют. Что случилось, Давид? А, да что задавили? Человек немножко много вино пил, ничего не случилось. Вы понимаете, это очень тяжелая форма заболевания. Просто. Просто надо спасать человека. Так стоит вопрос. Честное слово, клянусь. Вы понимаете, на почве алкоголизма у него появляются какие-то навязчивые идеи. Какая-то украденная невеста. Он рвет все время кого-то спасать. Просто помутнение рассудка, честное слово. Ясно, делириум тременс. Белая горячка. Да, белый, горячий, совсем белый. Но вы не волнуйтесь. Через 3 дня поставим на ночь. Да нет, торопиться не надо. Торопиться не надо. Это наш гость. Важно вылечить. Важно вернуть общество полноценного человека. Да? Торопиться не надо. Постараемся. До свидания. До свидания. Thank you.
Я был султан, я б имел трех жен, и тройной красотой был бы окружен. Но с другой стороны, при таких делах столько бед и забот, ах, спаси Аллах! Неплохо очень иметь три жены, но очень плохо с другой стороны. Все в порядке. Гладит у доски, шьет гюли, можете приезжать. А Фатима штопает носки. Три жены, красота, что ни говори, но с другой стороны. Теща тоже три. Неплохо очень иметь три жены, но очень плохо с другой стороны. Как быть нам, султанам, ясность тут нужна. Сколько жен в самый раз, три или одна? На вопрос на такой есть ответ простой. Если б я был султан, был бы холостой. Неплохо очень совсем без жены, гораздо лучше с любой стороны. Совсем без жены, гораздо лучше с любой стороны. Оу! Открой! Открой! Вот так! Ну, хорошо. Я объявляю голодовку. И теперь никто, кроме прокурора, сюда не войдет. Поберегись! Типичный делириум тремус. Рвется спасать какую-то девушку, которую украли, как ему кажется. В общем, он ведет себя так, как предупреждал нас товарищ Сахов. Да-да, он мне тоже звонил. А сейчас он находится в состоянии кататонического возбуждения и требует, чтобы вы немедленно его приняли. Требует, примем. Давайте, давайте, давайте. Осторожнее. Да, диагноз товарища Сахова
явно подтверждается. Сахов? Вы сказали Сахов? Сахов, Сахов. Так это он упрятал меня сюда? Не упрятал, а направил в момент кризиса. Острова. Острова кризиса. Так я вам вот что скажу. Сахов и украл эту девушку. Правильно, украл. И в землю закопал, и надпись написал. Вы послушайте. Идите, идите, мы вас вылечим. Алкоголики – это наш профиль. Развяжите меня. А вы будете себя хорошо вести. Развяжите. Я понимаю, вы все мне не верите. Могу я видеть прокурора? Можете. Где у нас прокурор? В шестой палате, где раньше Наполеон был. Ты можешь не есть, ты можешь не пить, ты можешь молчать. Все равно это тебе не поможет. Лучший жених района предлагает свою руку и сердце. Сервиз. Что? До сервиза дошла. Большой сервиз? 12 персон. 96 предметов. Совести у тебя нет? Ты плюешь на наши обычаи? Что? Глупо. У тебя нет другого выхода. Ну, ты хочешь сказать, что тебе будут искать? Правильно. Обратятся к родственникам. А родственник это я. А я скажу, она бросила институт, вышла замуж и уехала. Так вот, что я тебе скажу. Ну не перебивай, когда с тобой разговаривают. В общем так. Или выйдешь оттуда с женой товарища Ах, какого жениха? Или вообще не выйдешь? Вот это другое дело. Умница. Открой дверь. Сейчас ты познакомишься с дорогим женихом. Шляп сними. Что? Шляп сними. Обидно, ну, ничего не сделал, да? Только вошел. Молодая еще, капризная. Какой капризный, слышь, хулиганка. В общем, так. Мне теперь из этого дома есть только два пути. Или я ее веду в ЗАГС, либо она меня ведет к прокурору. Не надо. Сам не хочу, что не... Ну, ничего. Через день она проголодается, через неделю тосковать будет, а через месяц умный станет. Ничего, будем ждать. Будем ждать. Будем ждать, да. Помните, товарищи, вы, наконец, должны оправдать оказанное вам высокое доверие. А за нее отвечайте головой. Будем стараться, дорогой товарищ Забраил!
Сообразим на троих, а? Грешно смеяться над больными людьми. Серьезно, я сбегаю, а? Отсюда не убежишь. Есть один способ. Сумасшедший! Где твой шаг? Здравствуй. Здравствуй. Что случилось? Куда торопишься? Туда, туда. Садись, подвезу. Ага. Ой-ой-ой. Куда тебя везти? Вот что, я тебе все расскажу, а ты уж сам решишь, куда меня везти. Только давай поскорей. Машина, зверь, слушай. Тот день, когда я сел за баранку этого пылесоса. Недаром говорил, великий и мудрый. Пиши с новой строчки. Обед. Подчеркни. От супа отказалась. Отказалась. В скобках. Суп харчо. Харчо. Дальше. Три порции шашлыка. Выбросила в пропасть. Пропасть. Теперь вино. Разбила. Две бутылки. Три. Пиши три. Три бутылки. Так. Пиши, пиши. Фрукты. Апельсины. Дача товарища Сахова. А? Санэпидемстанция. Кого? В районе эпидемия. Поголовные прививки. Ящер, распишитесь. Обязательное постановление. Рубашку снимать? Как раз рубашка не обязательно. Ложитесь на живот. Спокойно, я еще не колю. Ах, нет еще. Скажите, а это не больно? Все зависит от диаметра иглы. Скажите, а у вас диаметр, а? Вы уже-то... Спирт. Спирт.
Лежите, не двигаясь. Это новейшая вакцина замедленную усвояемость. В доме больше никого нет? Нет, никого. Нет. Спокойно, лежите. Иначе мементо море. Моментально. В море. Ясно? Ясно. Понятно. Ассистент, воды. Нина здесь, я уверен. Найди и предупреди ее. А когда они уснут? Через полчаса. Иди. Фильтрующийся вирус ящера особенно бурно развивается в организме. Карачинск, Лихосовский. Тебе не интересно, не мешай. Пожалуйста, дальше. Особенно бурно развивается в организме ослабленным никотином, алкоголем и... излишествами нехорошими. Да. Таким образом... Нина! Где вы? Нина! Тихо! Иди туда! Thank you.
Слава богу, слава богу. За что? Предатель, подлый наемник. Ну, подождите, Нина. Иуда! Послушайте. Подлец, сколько тебя заплатили? Да погоди ты! Развяжите меня! Ничтожество, продажная шкура. Пустите меня, бандит! Дрянь, тупица, хамелеон. Негодяй! Алкоголик, фольклорист, Я слушаю. Товарищи, ну?
Что это? Здравствуйте. Как не ожидал ваш приход, такой неожиданность для меня. Я, извините, переоденусь. Не беспокойся. В морге тебя переоденут. Мы пришли, чтобы судить тебя по закону гор за то, что ты хотел опозорить наш род. Ты умрешь, как подлый шакал. Вы не имеете права! Вы будете отвечать за это! За твою поганую шкуру я буду отвечать только перед своей совестью Джигита, честью сестры и памятью предков. Нина, остановите их. Мы с вами современные люди. Ну, это средневековая дикость. Ну, я нарушил этот кодекс. Ну, я готов признать свои ошибки. Ошибки надо не признавать. Их надо смывать кровью. Вы не имеете права. Вы не имеете права. Это самосуд. Я требую, чтобы меня судили по нашим советским законам. А покупал ты ее по советским законам? Или, может, по советским законам ты ее воровал? Прекратим эту бесполезную дискуссию. Сестра, включи телевизор погромче. Начнем. Не надо. Не надо. Не надо. Я вас умоляю, не надо. Ну, я больше не буду. Ну, клянусь вам, я больше не буду. Позвольте мне пойти в прокуратуру. Ну, разрешите мне сдаться властям. А, Гамлет, молодец, слушай. А? Вы что, с ума сошли? Ну, не беспокойтесь, это только соль. Соль, соль. Встать! Суд идет! Да здравствует наш суд! Самый гуманный суд в мире! Прошу садиться. Садитесь. Спасибо, я постою. Гражданин судья, а он не может сесть. За весенним ливнем раньше придет рассвет, и для двоих счастливых много-много лет будут сверкать зорницы, будут ручьи звенеть,
будет туман клубиться, белый, как медведь.